Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. Сегодня поговорим о музыкальных талантах. Как всегда, мы много внимания уделяем самым различным нашим и музыкальным школам, и школам искусств, в том числе и школа искусств, детская школа искусств имени Ковлера не раз была представлена преподавателями и руководителями. Сегодня ее представляет Алексей Николаевич Хальсов, преподаватель ДШИ имени Ковлера. И, я так понимаю, это ваш непосредственный, как сказать, вы наставник, а это ваша гордость. Учащийся школы, 5 класс, Валентин Лапшин. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте. Валентин не очень любит камеры, поэтому не переживайте. Он любит зато вот этот замечательный инструмент. Как он правильно? Просто труба называется? Да. Все, Валентин? Нет у него какого-нибудь там труба, номер такого-то? Нет. Понятно. Можно вам вопрос сразу задать? Вас кто заставил в трубу-то дуть? Мама или сами захотели? Папа. Папа заставил. Ну вот хоть. А что, папа трубачом? Нет. Нет, ему просто нравилось? Ну... У него просто не получилось стать трубачом. Ага. Да. Сначала вы не очень, наверное, хотели, а потом, наверное, втянулись, да? Вот с этого момента мы подключаем к разговору Алексея Николаевича. Это же правда, что очень часто родители приводят детей, которые не то что на трубе, они и на пианино играть-то не хотят. Ну, бывает же такое. А потом вдруг, с вашей помощью, кстати, с помощью наставников, они вдруг становятся уже почти профессионалами, потому что Валентин у нас уж выиграл что-то, да, недавно? Или выигрывает? Выигрывает, да, до сих пор. Так, ну расскажите, что вы делаете, как вы делаете так, чтобы потом труба из папиной затеи превратилась уже в затею самого учащегося? Ну, это всегда индивидуально, в общем-то. И когда маленький ребенок приходит, у него для трубы надо очень много сил всегда. И не всегда это получается. Иногда кажется, что никогда не получится вообще играть на трубе. Вот у Валентины как раз так и было. Потому что в первом классе он пришел маленький, и все это трудно было. Первый год ничего не получалось, второй год тоже ничего не получалось. Вот, и как-то все это шло так. А потом... Муторно, да. Да, муторно все это. И так постольку поскольку. Вот. А потом... Он сыграл произведение одно, и получилось. И ему понравилось самому, это самое главное. Да, получилось, ему понравилось это. И с тех пор он взял и начал заниматься. По 4 часа в день, там очень много он занимается дома. И поэтому вот за такие короткие сроки такие большие результаты у него. Ну вот, Валентин, вас Валя можно называть же, да? Валь, скажите, вот это же интересно, труба, ну, кому можем вспомнить, да, Луи Амстронг, например, когда вот он дует, и у него прямо здесь щеки так все, да, значит, надуваются. Потом это же легкие какие нужно иметь. А вы такой маленький, вот такой, как вы вот вообще заставляете этот инструмент играть? Силой воли, что ли? Или уже знаниями? Знаниями. А какие знания? Вот что, вот то, что рассказывал сейчас ваш преподаватель. Сначала ж не очень получалось. А что за мелодия была, которую сыграл и понравилась? Не помните? Шуберт, серенада это была. Ага. А это здорово, когда самому нравится? Да. Вы всегда, вы всегда знаете, когда вот, вот сегодня я хорошо сыграл? Да. А сегодня не очень хорошо. Бывает, учителю понравилось, а мне не понравилось. Даже так бывает? Да. А что вам может не понравиться, если учителю понравилось? Это интересно. Ну, может, я где-то не там вступил, но сыграл все хорошо. А. Мне не понравилось, потому что... Не... Все-таки ошибка была? Да. А он сделал вид, что не заметил, наверное. Нет, учитель сказал, что это ничего страшного. Понятно. У меня вот такой вопрос. Труба для меня, ну, по крайней мере, этот инструмент, он такой джазово-эстрадно-духовой, да? Ну, можно по-разному ставить духовой инструмент и так далее. А вот обучение трубе, вы говорите, классика. Как проходит обучение? Есть там джазовые композиции, есть эстрадные композиции, есть классические, да? Или как это работает? Мы играем классику. Классику? Да. Эстраду мы не играем. Не играем. Да. Ну, а как же это, как не посмотришь какой-то оркестр, да? Стоит обязательно ну, там, джаз какой-нибудь, стоят трубачи. Наверняка же хочется сыграть. Почему нельзя играть эстраду? Нет, почему? Можно играть эстраду. Это просто немного другое. Есть классическое направление, есть эстрадное направление, есть эстрадно-симфонический оркестр. Классическое – это то, что мы, когда, например, идем в оперный театр и смотрим в оркестровую яму, и там сидят. Да. Там очень интересно наблюдать. Я не знаю, Валя наблюдал или нет.
инструменты есть разные. Скрипки бедные работают с утра до вечера. Значит, есть там пару духовых инструментов, которые 2-3 раза где-то там. Человек ушел куда-то. Не всегда. Не всегда, но так иногда. Потом, либо он сидит и ждет, когда придет его время. А вот труба, на мой взгляд, да, такой инструмент довольно часто звучит. Ну, варианты, скажем, духовых инструментов, они очень часто звучат. Как вообще проходит обучение? Вот вы говорите по классике. Кто-то же отсеивается, наверное, а кто-то остается. В плане, когда приходит набор. Ну вот то, что вот у нас Валентин Жемух тоже отсеется. Ну, как не хочу, не могу, все, не буду. Да, бывает. А он остался и стал победителем уже теперь. Да. Бывает такое, конечно, потому что не получается, ну вот никак не получается, и все. И потом просто прекращают. У меня тоже такое было. Переходили на другие инструменты. Угу. Ну, труба — это очень тяжелый инструмент. А в чем его тяжесть? Физически это самый трудный инструмент, во-первых. Вот. Во-вторых, просто так туда дуть не получится. Ну, это понятно, да. Я последний раз в горн дул, в пионерский, было такое дело. Мы первое время просто, чтобы звук извлечь, много месяцев тратим на это. Вот. Это тоже, ну, как-то хочется, чтобы там сел за фортепиано, нажал на клавиши, звук уже есть. А на трубе так не получится. Ну, труба отчасти похожа, наверное, на наш голос, потому что руки есть. Ноги есть, голова есть, тело есть. А голос — это то, чего нет, да? То, что мы мышцами создаем. Да. Фактически. Голосом петь, да, поем голосом, а на трубе тоже надо петь. Да. И тоже делаем мы это мышцами своими, тем воздухом, который есть у нас. У меня такой вопрос. Вы какие-то специальные упражнения делаете для того, чтобы развивать ваше... Как это называется? На «С» знаменитые упражнения. Когда легкие разрабатываются. Так, какую-то зарядку специально, да? Да. Каждый день? Ну, когда получается, то да. А с губами что-то делаете? У вас же должны быть какие-то особые губы или как? Нет, губы не трогаю. Главное, чтобы это... Да. Вот, да. Но зато бегать нужно для этого, чтобы развивать легкие, или не нужно? Нет, я не бегаю. Не бегаю. То есть вы не спортивный такой? Нет, так? Я спортсмен. Спортсмен, но не бегаю. А как же вы тогда не бегаете? Спортивный. Ну, зачем мне бегать? А, вот, видите как? Все. Ну хорошо. Сколько вы на трубе уже играете по времени? Ну так, с того момента, С того момента, когда у меня начало получаться? Ага. Второй год. Второй год, да? То есть, если бы, например, сделать ваш концерт, сколько бы мы набрали бы композиции? Ну, десяток бы набрали. Сейчас уже много. Десяток бы набрали? Я не меньше, больше. Не меньше, да? То есть уже диск можно записать, как раньше компакт, а теперь можно какой-нибудь просто... Произведение 20, наверное, уже записали бы. Как вообще происходит обучение игры на гитаре? Как вы уже сказали, что это, ну, сочетание, я бы так сказал, физиологическое, да, понять, плюс труба должна петь. Физиологическому, наверное, можно как-то, да, разработать, если у человека есть такие предрасположенности. А вот не каждый может на трубе петь, как вы говорите. Не у каждого получается. Звук-то издавать можно, но какой-то другой. Да. Что там главное? Да все, на самом деле. То есть, и начиная от губ, заканчивая так, как ты стоишь на ногах. Вот. Здесь задействовано вообще все. Полностью человек играет. И плюс ко всему, это очень важно самому понимать музыку, которую ты играешь. Угу. Вот. Чтобы не просто ее сыграть, а чтобы сыграть ее красиво, чтобы ее прочувствовать. Но ведь есть какие-то каноны, а иногда хочется сыграть ее по-другому. И, может быть, это будет какое-то другое звучание, свое собственное. Да, так будет. Можно, но если, как сказать... На конкурсе это не оценит, наверное. Если это имеет место быть, это тоже очень такой тонкий вопрос. Mm-hmm. Это надо все индивидуально разбирать. Потому что можно наиграть так, как я хочу, тогда да, это не оценит ни на конкурсе, ни на концерте. Это вообще, в принципе, никто не оценит. Неправильно будет. Вот. Моя труба, мои ноты. Хочу, то я играю. Да. Но есть музыка, написана. Надо ее соблюдать. Понятное дело, что каждый трубач сыграет одно и то же произведение. У каждого оно будет звучать по-разному. Угу. Вот. И Валентин вот тоже много очень слушает трубачей. Угу. И говорит, вот мне этот понравился, а этот мне меньше понравился. А этот вот тоже здесь так, здесь не так. Это а, что? А вот что нравится в трубаче? Какой-то другой, ну как-то, я не знаю, регистр, не регистр, как-то вы что-то слышите тембр. Свое, наверное, да? То есть звук. У кого-то мягче, да, у кого-то жестче.
А вам какой больше нравится? Ну, более, скажем, жестковатая такая версия? Нет, или более мелодичная? Более мелодичная. Мелодичная. Вот есть знаменитое произведение, оно, конечно, не классическое, хотя, может быть, уже и классическое, но довольно часто в последнее время оно звучит из фильма «Свой среди своих, чужой среди». Вот, чужих. Там вот главное такое у трубы, да, такое вступление. И когда очень много видел разных версий, его играют и джазовые музыканты, и, кстати, играют музыканты классические, тот же Мацуев любит делать джазовые такие программы. И я вижу, что каждый играет по-своему, то есть нет ни одного одинакового исполнения. И вот где-то, что называется, заходит, другое не заходит. Можно ли сказать, Валентин, что, в общем-то, труба, вот так она лежит вроде как сама по себе, а вместе с вами она как-то такая другая какая-то оживает? Ну да. Да, то есть это ваше продолжение такое. Вот от того, как вы... Кстати, а вы сами именно по классу трубы учились или как? Как тренер, как наставник. Изначально я учился в музыкальной школе на фортепиано. Угу. Ну, классика жанра. Да, вот, я учился, а труба у меня потом, я уже даже не помню, сколько мне лет было, ага, дополнительный инструмент у меня появился, вот, как второй. И, ну, на трубе как-то у меня быстрее, наверное, все это пошло. А вы так можете? Не пробовал. Иногда показывают, да, эти такие артисты. Вот, и труба, да, пошла? Да, да, и потом я просто поступил в училище, угу, вот, музыкальное. И... Но вы же, наверное, не только на трубе, наверное, на многих духовых можете играть, да, инструментах? Ну... Ну, на саксофоне, да, вы можете, например, нет, сыграть? Ну, саксофон — это другое совсем. Вот. Ну, вроде как тоже дуть надо, нет? Да, ну, деревянный, духовой. Я там... же дилетант в этом вопросе, поэтому для меня любой музыкант, он должен на всем должен играть. Нет, это медный и духовой. Вот, да. На медном я еще могу что-то изобразить, там, на валторне, может быть, да, на тромбоне, но я тоже это будет. Понятно. А вот труба – это радио? Да, труба – это труба все-таки, мы трубачи. Вот. Ну и, кстати, труба, вот даже если сравнивать с саксофоном, да, труба действительно разговаривает как-то. Вот саксофон, он такой вот, ну, тем более он такой поздний инструмент, молодой инструмент, в общем-то, да, а труба-то постарше. Труба – это вообще-то и военный инструмент, да, на всех парадах он присутствует, и джазовый инструмент, и классический инструмент. Сейчас сделаем небольшую паузу. Вы понимаете, раз у нас лежит труба, мы Валентина уговаривали, ну, говорили, что он нам что-то сыграет сегодня, да, вот. А маленькую такой какой-то фрагментик, потому что у нас много нельзя, у нас на телевидении нельзя много играть. Но во второй части мы обязательно поговорим, как попасть к вам в школу, потому что сейчас тоже смотрят, кто-то и захочет, например, привести своего ребенка, может быть, опять так же заставить. А может быть, сам ребенок захочет прийти, такой вариант тоже не исключен. После небольшой паузы вернемся в студию «Открытого диалога». Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас сегодня в гостях преподаватель детской школы искусств имени Ковлера Алексей Николаевич Хальзов и Валентин Лапшин, учащийся школы, 5 класс, специалист по трубе. И в финале нашей программы сегодня мы чего-нибудь сыграем. Классическое, я так понимаю, да? Вот. А у меня, кстати, такой вопрос. Алексей Николаевич, а почему джаз-то нельзя играть? Ну, как? Почему? Можно, джаз можно играть. Глэн Миллер какой-нибудь, как? Та-да-да-да-та-та-да. Там же все вообще на трубе. Без я трубы... учился на классическом отделении. Ага. Я преподаю классическое. А нельзя, да? Вот классику нельзя играть? Джаз – это плохо? Ну, у меня не получится так, как у джазовика. Без той экспрессии. Да. Это не, там отличается. Хорошо, конечно, тогда получается, это другая же из трубы, да, можно так сказать. Да. Другая версия. Она тоже имеет право на существование. Да. Точно так, как и рояль, да. Он может быть эстрадным, может быть классическим, может быть, я не знаю, опереточным, каким угодно. То есть инструмент все равно зависит от того, что мы на нем играем. И тут возникает вопрос, как мы знаем ноты. У меня вот вопрос к Вале. Валь, скажите, а вот это вот, это ж, вы же по нотам играете, насколько я понимаю? Ну. Я их учу потом. Ну вот. Вот перед вами сидит человек, и, наверное, 80% людей вообще ноты не знают. В школе мы учили. Я помню соль, потому что она посередине где-то. Это я точно помню. Вот. А это трудно играть по нотам? Или вы можете что-то уже сыграть, ну как это, по слуху или по памяти? Или обязательно по нотам нужно играть? Ну, правильно как? По памяти пока тяжело. И на слух тоже. Да? Не очень. А пока. По нотам легче? По нотам, конечно, легче. Ага, понятно. И вы вот, у вас есть нотные, это, как правильно называется, ноты, да? Ну, их как-то передвигаете, играете дальше. Да.
И вот это, наверное, хорошо, потому что людей, действительно знающих нотную грамматику, мало, правда? Ну, кто учился в музыкальной школе хотя бы, то знают нотную грамоту, естественно. Хорошо. Вот такой вопрос. Сейчас нас смотрят родители, дети, которым нравится труба, предположим. Есть же много разных классов, да? Аккордеон, гитара, например, тоже довольно популярная, да? Но, правда, мало кто знает, что есть еще русская гитара, семиструнная, на которой сложнее играть, чем, например, на обычной шестиструнной. Есть, опять же, масса других... Есть барабан, кстати, да? Тоже такой инструмент очень интересный. Вот как попасть в школу и что для этого нужно? Хорошие легкие или как-то человек... Как вы принимаете вот к себе на обучение ребят? Ну, все и слух, и хорошие легкие, это все в процессе развивается. Угу. Вот. То есть тут... То есть вы хотите сказать, что любой человек может прийти маленьким, если, ну, я имею в виду, по медицинским показателям все нормально. Да. То есть он рано или поздно может неожиданно заиграть на трубе. Может быть, не обязательно рано или поздно. Может быть, он и сразу у него нормально все это получится. Вот Валентин, это и есть самый наглядный пример. Да. Конечно. Когда он пришел, он был маленький совсем. Вот, как будто, ну, труба – это прям тяжело очень на ней играть. А сейчас играет. Отлично играет. А что вы чувствуете, когда вы играете? Ну, вы же, а, должны правильно сыграть ноты, как мы поняли, чтобы не было ошибок. Б, как мы понимаем, вам это должно самому понравиться. Да, потому что, да, вы себе ставите хорошую оценку. Как ни странно, ну, на третьей, наверное, позиции будет стоять сейчас наставник, потому что если наставник, ну, вернее, всегда на первом, всегда скажет, что неправильно, это понятно. Но он может где-то что-то не заметить, сказать, что хорошо сыграл, ничего страшного. Дальше. Легкие. Как правильно, вы же берете воздух, я так понимаю, да? Ну, да. Надо же понимать, сколько нужно взять, чтобы это... Вот сколько вам необходимо сделать движение, чтобы сыграть одно произведение? Это же много всего надо знать. В каком смысле? Ну как, и ноты в голове держать, смотреть их. Ну это... И сыграть, и нажимать правильно, и дуть правильно. Губы не болят, когда дуете? Или бывает, что болят? Ну... После, когда два раза в день занимаешься, после первого занятия, когда второй раз трубу берешь, больно прислонять. Ну, потом разыгрываешься и нормально. То есть вам труба помогает все-таки потом? Ну да. А труба, она вообще живая или не живая? Как вы считаете? В каком смысле? А в прямом смысле. Вот как вопрос поставят. Это живой? Вот сейчас же она не живая лежит. Ну, мы же видим, что она не живая. Когда вы играете, она же какие-то звуки издает? Ну да. Вот. Она становится живой, вы оживляете ее или нет? Это такой лирический у меня вопрос. Возможно. Возможно. Вот я вижу все-таки музыканта, такого профессионала уже, который вот на все эти лирико-романтические этюды не реагирует. Главное, чтобы были ноты, чтобы все было сыграно правильно, чтобы самому понравилось. И, кстати, когда вы слышите, вам же аплодирует публика, где вы сейчас выиграли? Скажите, что это был за фестиваль? Это был фестиваль, посвященный 400-летию Люберец. Так. И там гран-при я занял. Гран-при. Среди кого? Среди всех. Да, среди всех, это мы поняли, раз гран-при. А кто еще там играл-то? Во что? Это был какой конкурс музыкантов? Музыкальный конкурс или разное? Музыкальный конкурс, Люберецкие школы, там были все инструменты. То есть все звезды собрались, да. И баянисты, и флейтисты. И чем покорили? Что за произведение? И хореографические коллективы тоже были. Что за произведение взяли в разработку и сыграли там? Все остальные? Нет, вы. А, мы? Да. Мы играли концертный этюд Александра Гедики. И что, так понравилось, что гран-при дали? Я же не слышал, поэтому же я и спрашиваю. Хорошо. Ну, а какие-то ощущения, когда ты лучше всех? Это хорошо. Это хорошо. Я представляю, как сейчас мама радуется, которая смотрит за нашим интервью. Ее нет в кадре. Кстати, мама, наверное, очень переживает, но мне кажется, что это здорово, когда свой собственный трубач, да, это же вот был мультфильм, помните, про бременские музыканты? Там трубадур, это же такая вся история. Вообще, это инструмент такой человеческих чувств, на мой взгляд. Рояль, да, он тоже хороший, он много чего может показывать. А труба, мне кажется, она всегда немножечко плачет.
Вот что-то в ней есть такое. Нет, не плачет? Не вам всегда. Кажется. Можно. Да. Можно сделать, чтобы люди плакали, когда играешь на трубе. А можно? Можно наоборот, да. Можно на трубе играть как угодно. Хорошо. Абсолютно. Итак, что нужно сделать, чтобы попасть к вам? То есть записаться через портал госуслуги можно, да, как-то прийти на прослушивание? Да, прийти на прослушивание на день открытых дверей. Так. Вот, пожалуйста. Вот. Школа. И сколько идет обучение в школе? В школе 8. С какого класса вы берете, с какого возраста? С 7 лет. 7 в основном, лет. Да. Так. Можно из 6. Угу. И есть 8-летняя программа, ага, обучения, есть 5-летняя. Вот. А вы по какой? По 8-летней. По 8. То есть вам еще 3 года? Да. А потом, а вы будете потом идти дальше? По Конечно. Гнесинку или куда-нибудь? Да. Да, именно по трубе. Да. То есть нас впереди ждет красивый белый костюм, и в классике будете играть в оперном театре, да. Ну, подрабатывать знаю. Будете в джазовом оркестре, нет. Правильно? Я джаз не люблю. Честно. Не любите? Нет. Почему? Это интересно. Мне не нравится. Нравится? Ох, как интересно. А вам? Я тоже немножко далек от джаза, если честно. Вот. Многие произведения мне нравятся, но скорее я его не понимаю, наверное, джаз. Ну, это, наверное, вот да. Мы с двух сторон. Так как я не являюсь специалистом классической музыки, хотя я очень часто посещаю оперу, особенно если за границей, оперу проще послушать, потому что это не драматический спектакль, я имею в виду не там, где говорят. Ну и потом оперы, там, костяк этих опер известен, и ты тоже уже слушаешь, кто как поет, кто как играет и так далее. И, кстати, вот я очень люблю наблюдать за музыкантами, это интересно. Если такая позиция в зале у тебя, что ты можешь наблюдать. А, с моей же стороны, конечно, джаз чуть ближе, да, потому что он более такой, как бы развлекательный. Опера все-таки нужно настроиться как-то. С этой стороны, да, если просто джаз послушать, конечно, мне нравится, да, послушать это все. Но играть я его не смогу. То есть вы считаете, что не дотягивает немножко, да, там труба? Нет, почему? Своего. Или нормально? Очень даже, там труба не то, что дотягивает, а перетягивает. Да, там. Ну, касается, все там, если не основной инструмент. Вот именно, да, конечно, там все в порядке. У трубы. Хорошо. И в джазе, и везде. Валентин, у меня еще такой вопрос. А вы вот индивидуальный, ведь еще же бывают же командные, там, например, несколько труб в том же оркестре должно быть. Вот, например, скрипки, их же там может быть очень много, там человек 10 может скрипок, да, сидеть. И вот они вроде как, ну там есть главная скрипка, с которой, естественно, здоровается дирижер. Вот. А вы в команде уже играли или только сам пока? Нет, еще не играл. Да? А есть такое упражнение, чтобы в команде сыграть? Оркестр? Да. Да, бывает. Ансамбль тоже. Вот ансамбль, да. Оркестр это совсем уже оркестр ансамбль. Оркестр это много, да. Угу. Ансамбль есть. У меня тоже есть ансамбль, я преподаю. Так. И вот. Что там за ансамбль, что за инструменты? Только трубачи у меня. А, только трубачи. Да, ансамбль трубачей. Вот ансамбль трубачей. Да. О чем я говорю? Мне кажется, это очень интересно, потому что там и что-то веселое может быть, что-то грустное, опять же, лиричное, а может быть, что, то, что, как вы говорите, наоборот, зовущее куда-то. Да. Ну, пришло время, самое для нас, да, для людей публичных, волнующее, это когда нужно играть, Валя. Нужно собраться и сыграть. Дело в том, что, конечно, не планировали мы, для этого нужна определенная подготовка, но все-таки хочется увидеть, услышать, как вы пару нот нам сыграете. Сможете? Да. Если я вас попрошу. Да? Я же не умею, вот представьте, мне завидно. Сейчас я скажу раз, два, три, и мы вместе с преподавателем детской школы искусств имени Ковалева Алексеем Николаевичем Хальзовым исчезнем. А Валентин Лапшин, учащийся школы, останется здесь и стоя нам сыграет. Поэтому вам спасибо большое, вам спасибо. Удачи. Я очень рассчитываю когда-нибудь взять у вас интервью уже как у такого маститого, просто уже, если вы, конечно, согласитесь. Вот, поэтому по счету 3 наша программа «Открытый диалог» предлагает вам послушать маленький фрагмент в исполнении Валентина Лапшина, который завоевал гран-при на фестивале, который называется... Детский фестиваль искусств. Детский фестиваль искусств. Всего доброго и слушаем трубу.